Всем привет, меня зовут Володар, и сегодня мы играем в SCP Containment Breach. Я давно хотел сыграть в эту игру, и вот, это произошло. Мы сразу начинаем с самого начала, где нас преследует наш гребаный SCP-173. Почему так много звуков? О, нет. Да он пропал. Я уже хитацкий звук слышу. Я уже не хочу играть эту игру. Ладно, мы нашли путь вперед, по крайней мере. Моргнем, думаю. Вы серьезно с этими закрывающими? Я думал, меня заперли. А можно мне ее закрыть? Так. Очень интересно. Типа airlock. Нужен ключ-карта. Нужна. Буп. Да, доктор Веб, ты в нужный момент вылез. Новая версия. Стоять. Брысь. Их же сейчас убьют, SCP этот. Не, капец, но у меня есть маска и ключ-карта. Куда мы... О, бичура! Бичара. Бичура. Семен назвал бичурой. Если он просто кусок говна. Думаю, первый эпизод не будет длинным, потому что я уже обосрался игру эту играть. Рация. Бумажка. Комнатка. Но мы тут ничего не имеем. Но у нас есть документы. Ну, короче, если мы на него смотрим, он двигается, это я знаю. 372. Не знаю, что это. Вроде их можно объединять. Нет, мы можем их выкинуть. Потому что они не нужны, и будут занимать инвентарь. Ладно. О, мы можем даже реально слушать радио. Рацию, то есть. О, музыка, отлично. Ладно. Мы движемся. Господи. Я не был готов к такому. Это было слишком страшно. Ужас. Я всего лишь чуть-чуть отвернулся и все. Меня отправили к Аллаху. Скажем так. Ладно. Теперь я буду знать, что не нужно отворачиваться к нему. Ну, это по идее не нужно было делать. Но я просто еще не туда пошел, но я там нашел рацию. Я не знаю. Надо бежать. О, нет. Ну, это все стандартное. Он тут, по идее, должен так сделать. Подожди, тут могут быть ключ-карты, но мы тут находим только документы, которые подобрать даже нельзя. Ну, нет, так нет. Так. Так. О, лифт. Пусти меня наверх. Загрузка.
я знаю, это что за место? О, нет, я зря сюда пошел. Вот этот монстр так разговаривает. Отвали. Надеюсь, их не двое. Он еще двигается. О, прибор ночного видения. О, рука. Он может тут сразу святого. Если тут наш еще SCP этот будет гребный. А. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Я надеюсь, этот газ не смертелен. Ну, я пройду сбоку от него, но... Я постараюсь не вдыхать его. О, лифт. Я сделал круг или нет? Я не знаю. О, я вот такой звук. Пойдем. Ну уже. Все, я поехал. Всем пока. Я не знаю, что за круг я сделал, но... Что-то все равно не так. Так, я думаю, я... Так, вот опять этот airlock. И мы видим уже какое-то... Почему у меня камера вернулась? Все. Мне показалось, что я в этой жиже начал тонуть. Сейф. Не хочу. Я должен их смотреть. Что-то начало расти на мне? Что? Ясно. Я сдохну. Я не умею в эту игру. Тут все сложно, я ничего не понимаю. Еще раз, еще одну попытку. Вау, что ты такое? И мы начали немного по-другому, кажется. Но. О нет, он на меня смотрит. Ах ты ж тварь. Он, думаю, убил тех ребят. Или они каким-то образом сбежали. Вот закрыли дверь и ушли. Так, мы пойдем снова сюда. Сейф. 114. Нужен ключ. Я не знаю, что это было, но это была огромная дверь. Так, это снова эти ноты какие-то или бумага. Так, как я понял, ничему не стоит доверять.
О, да, наших ребят убили. Я следующий ведьм. Ну ладно, по крайней мере, мы нашли эту комнату. И одну батарею. О, мы можем теперь вроде как складывать их вот так. Да. Хорошо. Так. Ёб твою мать. Вот второго уровня же карта есть, значит первого нам не нужно. Что тут мы взяли? Навигатор. Вау, классно. На этот раз мы этот. Он, видимо, мама мия. Я его закрою, пожалуй. Только не ты. Прысь. Тут нужен больше уровня. Тут. Я серьезно, я прям напряжен как никогда. О, какая громкая дверь. Так. Пустая. Так, это нам не нужно. Не знаю, может, он опять где-то разбил что-то. Гаденыш. Так, посмотрим. Ну вот, короче, это который имитировал голоса. Что? Нет, это уже какой-то бред. Мы попадаем... Да, мы в луп попали, видимо. Я надеюсь, это не бесконечно, я не умру просто. А, вода издает очень странный звук. Лифт с трупом. Я бы хотел его закрыть. О, нет, это фигня снова. С работой? Так. Tesla Gate, блин. Где-то нам нужно отключить электричество. Лифт с трупом? Нет, спасибо. Ладно, сходим в бок. А если это на меня не упадет? Мама. Ладно, я не пойду в эту сторону. О, я могу задом активировать, видимо. Вот же урка. Вот я просто, я все, я... Шеи не могу даже двинуть сейчас. Я пришел обратно. Ладно, мы узнаем, что здесь. 372. What the fuck? Это был... Что? Ай, я его закину туда. 300... Нет, как это последнего? Нет. Ладно.
Ладно. Здесь мы ничего не нашли. Кроме как... А что если я зайду сюда? Нет. Просто пустая комната. Видимо, еще не заполнили. И куда мне идти через этого козла? О, мне показалось, что... Немного, что кажется. Так, очень громко гудящий. Как мне его обойти? Я не хочу. Он просто блокирует путь. Дай пройти, сука. Он мне не дает пройти. Что если мы сделаем вот так? Буп, буп, буп. Нет. Страшно, да, сука, блядь. Мне страшно. Инстантом убил просто меня. Хедшот. Да. Я думаю, я закончу этот эпизод здесь. Для начала пойдет. У меня слов нет. Я просто... Мне страшно. Вот что я могу сказать. Я не знаю, что делать, во-первых. И во-вторых, мне страшно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся с вами в следующем эпизоде. Пока!